Сегодня приготовим прекрасные сырные палочки с аппетитным сливочным ароматом. Легкие в приготовлении, очень мягкие и невероятно вкусные. Любители сырных закусок, готовьте сразу две порции. Здравствуйте! Это кулинарный канал Oxy Al International Cooking. Ингредиенты указаны на экране, а также есть пошаговое приготовление под видео. Подписывайтесь и делитесь с друзьями. На канале еще очень много замечательных рецептов, обязательно посмотрите. Сыр фета перетираем вилкой до однородности. Добавляем к нему все другие ингредиенты. Соль я не добавляла, за счет сыра тесто не будет пресным. Но если вы хотите более солоноватый вкус, то немножко можно добавить. Муку добавляем не всю сразу, а в несколько этапов. Замешиваем однородное, не липнущее тесто. Это занимает 7-10 минут в кухонной машине. Если вы замешиваете вручную, может уйти немного больше времени. Накрываем емкость с тестом и ставим в теплое место до увеличения в 2 раза. Это занимает час или чуть больше. На припыленную мукой рабочую поверхность выкладываем подошедшее тесто и обминаем. Делим на 8 частей, так получится один противень. Формируем жгутики и выкладываем на бумагу для выпечки. Оставляем место между изделиями. Накрываем чистым полотенцем и оставляем еще на 20 минут. В это время можно включить духовку. Палочки немного выросли и теперь смазываем смесью желтка и 1 чайной ложки воды для золотистого приятного цвета. Можно также смазать молоком и слегка присыпать кунжутом. Ставим выпекать на 13-15 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Режим – верхний и нижний нагрев плюс конвекция. Но смотрите по своей духовке. Признаком готовности будет золотистый верх и приятный сливочно-сырный аромат. Оставляем немного остыть и можно подавать к столу. Приятного аппетита! Я желаю вам хорошего настроения и всегда вкусной и ароматной выпечки. Смотрите и другие мои видео. Я уверена, вы найдете для себя много интересных рецептов. До новых вкусных встреч на канале Oxy Al International Cooking. Пока-пока!